черемуху загнула к реке. Как куст какой-то. О, никак не может упасть. Прогибается под взвинчиванием. Нет. Как неожиданно все. Еще плюну под нами. Душев. Тут неправильно поставлен. У вас есть конфетка? Мы спустились на воду, уже минут 10 на воде, по-нормальному. Одна соплюха всегда нам заходила с утра сразу. Но пока не судьба. Травушка-муравушка, зелененькая. Фишки поют, рыбки не клюют. Плохо. Я вижу. Это травки. Да-да-да. Медитируй, медитируй. Заставь ее там. Заставь ей там сидеть. Где-то там. По черемуха я насидела. И все-таки море. Опа. Блин, ты. Сам вытаскивай, такой маленький щуренок. Я говорю, тебе жабры немножко. По это самое поджимал, блин. Красиво ушел.
к дождю. Сейчас на камушек. Камушек! О! Хорошо. Как-то ты у меня перехлестнуло. В богатыря их. А мы тут заплыли за куточек. Целовал, сука, дубы прилетели, сорезал. Лица не такой, богатыря. GoPro стоп идет. Я подожди, я тоже закину. Дерево. Кончилась ваша кассета, мотай. Я же говорил, должна быть. А я снял. Папа, я цепилась, видишь, как они все делают. Балуются, твари, бля. Это побольше, чем у меня. Имеем право забрать. Побольше, чем первое. Сейчас попробую плейлист прогнать на начало. Не-не-не, подожди. Все, а почему не выходит? Вот. Вот сейчас нормально. У меня не получилось с холодной водой долго лежать, поэтому не шибко вам подходит. Черный лист порежет. Thank you.
Так она здесь уже, ухо. Ну, маленькая, да. Ну, видел, да, тянула она? Это стеклов ее все равно истребит. Ой. Он говорит, щуки что-то мало стало, мало. Виталик. Кого ты тащишь? Зацеп? Блин, что за фигня-то? У тебя промах, у меня промах. Подсак, подсак спас. Спас подсак. Этого камня здесь раньше не было. Обходим. Да блин. На каждой глубине по-разному проходим. Какой-то экстремальный получился спуск. А спиннинг-то я потерял. Вот он. Хопа. Вот что значит плавающий спиннинг. Нету потерь. И ждем, когда просохнет катушка, перестанет жужжать. Право. Маленькая. Слушай, не надо. Да. Бля, целуй. Мамку веди. Да. Ну слушай, работает это, блин? Такие хапы должен дать. Ну, привлекает, значит, три штуки-то. Что видят они его у тебя? Что видят, блядь? А у Виталика у нас опять береговая болезнь. Любовь не идут. Ну что, удачно? Сейчас плывать.
бросаем, потом идут быстро прилетели. Идут пароход. Книжку выбросим за борт. Крутит, крутит, смотрите, как ты все раскрыл. Синхронное качание. Так быстро повезло, а не это самое. Тяжелые. Много едят или много ловят рыбы. Ну что, у вас было что? Я сейчас мелка поймал, целовал его. Я чуть покрупнее поймал. Тоже мелкого. Тоже целовал? Книжки вообще история. Три штуки, за три можно бить сразу. За четвертого группы. Мы не видели, не запущен. У него одна такая. Одна сошла у меня просто, ну там, с крючка сошла. Вторая подтягивала сюда, перепрыгнула, не попала, блин, зашла. Да куда можно, он тоже мелковат. Третий шнурок был, я его отпустил, но потрогал. И через 2 минуты третьяков вытащил чуть побольше. Короче, ничего. Сейчас снимаешь или нет? Да, пошел. Ну ладно, сейчас пока не нажимаешь, будет 15 минут. 15 секунд. А я сейчас поймаю, так и сниму заодно. Да, вот тут вот. Чего это самое делать? По дну стучит, так что ты доставай свой. Дно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Саня! Да куда его нахер? Что это, блядь? Детство, блядь. Да что такое, я, блядь, сегодня с позолоченка, блядь, случилось. И Макар, значит, да? Пнул просто. Я придал ускорение. Ты что, физику в школе не учил? Шайка, плавимо. Подожди, подожди, подожди. Наверх. Ставлю косодаку. Первый заброс. Сразу шипелый. Ну, у меня такая же кориза кусит. Но я там глаз попробовать. Что приятно. Это на глаз? Нет. Похоже, что он там ее уводит. Она у него булькала уже. Тебя? Или мне надо поставить другого. Он где-то загубляется себе. Которого я на озере, на которого рыбачил. Тут нормальный такой удачный был. А, вот он. Вот все. Держись. Рыба, держись. Давай заканчивайте, мозга компенсируй.
чтобы не было комаров. Сейчас ветра сегодня не будет, так комары появятся. Это же вечер. Вечер, пятница. Раньше было хоть какое-то течение из этого ручья. Здесь был плотик такой, стоял вот тут вот. И тут это самое, стоял какой-то, не знаю, измерительный прибор, по которому мерили уровень воды в реке. За это отвечал мой двоюродный дед Никита Андреевич Хованов. Он же привозил почту и фильмы крутил в клубе. И радиоточка еще Митина была, он радио включал на деревне. Вот такая вот была у него работа. А так он на фронте тоже неплохо послужил. Либо точно мы с тобой ее там будем, блин. А? Махрушники. Махрушники. Ну, такой ненужный момент, блин, пересекается . Поймал? Нет. Не добраться.
пускай крутит, как хочет. Сейчас нас... Я тебе говорю, держись. Все почему? Потому что мы за их не отметили. У кого ось? Вот здесь. Вот два раза кидал. Первый раз, я думал, даже зацепилась. Там она, здесь она. Она здесь. Она махнулась. Слепая, падла. Вот выдал бы. Слишком большой прессинг. Только что Виталик достал щучку. Забагрил таки он ее на быстринке. За глаз. За глаз. В спокойных местах что-то вот раньше было, а теперь что-то вот нету. Просто идти тихонечко, завести, а ты обкидывай, да откидывай. Продолжаем, здесь день по уйму.
Ты должен тут же воткнуть палку в берег, блин. Одной щуку держишь, другой палку держишь уже в берег, блин. У тебя есть мишени, которые тебе поможут. Она махнулась, но до жабры ее. Ну, я тебе говорю, она... Она хулиганит. Не точно. Какую? Это не я. Что ж ты, падла, делаешь-то? Алкоголики, блин! Третьяков, прекрати, давай нахуй! Я до этого камня 2 километра идти буду. Видишь, на солнце, но в печке больше предпочитает быть. Блин, порванная трава и та цепляется. Чудо стояло перед перекатом, но вся вот там в спокойном месте. Сейчас, Виталь, подожди. И холод еще. Черемуха запахла. Я не знаю, что делать. Тихо, сильно не дергай, тихонько подтаскивай. Все, подними наверх и подтаскивай. По гребню, да как будто Хариус. Ну-ка, Хариус, молодец. Давай, подтягивай. Я у тебя его покупаю. Опа! Хариус! Я снимаю, у меня видео, по-моему, снимается. Ну, молодец. Ё-моё, бля, вот это слонёнок. А ты снимаешь? Нет, не снимаешь. Ты снял всё? Ну, что-то снимал, да, конечно. Тихо. Тихо, не бросай, положи. Хорош. Я у него его покупаю. Да? Да. Мы с ним договаривались. Он ловит, я покупаю. Я просто его забираю, бля. Костанька не купил. Что с ним делают? Солят, жарят. Солят и едят. Солят и едят. Такой вот у него. Я еще такой. Я не знаю, Виталь, что делать. С той стороны путь или с другой стороны. У него тут бум. Я, ладно, уперлись, давай доставать. Это ты мне еще совсем не помогаешь. О, ёкарный, оба я тут пытаюсь его оплыть. О. Сейчас.
А, молодец, тебе хорошо получается. Вот тут чай выплескивается. Как они тут прошли-то? Дальше щука дальше стоит. А видели мы вашу жалкую попытку нашу щуку поймать? Нифига. Когда меня сейчас за валу несет, нет? Главное, цена пилиная. Идут и берут. В этом году не там она стоит, не выдумывает. Мостик чуть-чуть подрушил, но жерлов остался. Нет, это был основной всегда. Так она вот перегородила, она теперь здесь идет. Нет романтики. Тишина. Съемка идет. Ты давай доставай что-нибудь. Я как могу, торможу пыльцу. Она у нас хотела опять украсть подсак, речка.
третий раз потерять один и тот же подсак, это прикольно. Да, учебного унесло. Как это говорит? Вонючий сучий. Ты наверху видишь, да? Наверху, наверх, справа. Оп. Так над тобой уже, над тобой. Ты забросил под самый. Такие комары крупные. Нормально, нормально, нормально. Дай ему убежать. Все, что не попадя. Там такой опять синий глины слой, да, какой-то? Да-да-да. Здесь очень такие кусачие комары. Нормально, да, отпускает, 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 отпускает. Так, давай. Ты медленно, что ли? Я быстрее спускаюсь, что ли? Я вот по-другому никак не могу. Все, все, плохо. Там окушок стоит под вами. Окушок под вами, ну все уже. Едут, блин. Смотрят, природу рассматривают. Несутся прямо на нас. Да. Как будто мы отсюда спустили. Вот обратно. Да. Здесь, Андрюша, Андрюша, здесь, а? Здесь, 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 да-да-да-да, вот здесь. Я кого-то перекрыл, по-моему. Точно тащу, говорит, трава. Опять? Ну тут. Можно это одна и та же. А сейчас, конечно. Чего вот? Тут их 15. Опа, что это за шум такой? А?
должна быть рыбка. Как раз должна вечером-то под вечер тут. Что еще нужно, чтобы поймать щуку? Коряга. Мы с тобой эту речку переходили, она же должна была нас запомнить. Вот эти ребята, блин, переехали, потом пешком прошли. Ничего ни плохого не сделали. Ни намусорили. Ни вообще ничего. Еле держится. Еле держится, еле держится, еле держится. Речка. Держись там за берег как-нибудь. Скажешь, что мы убегаем. Мы ругали тебя. Вы сами негодяи. Мы знаем. Саня, ты взял? Да. Ну, у меня вторая сегодня. Не у меня. Я... Это мы не обмываем. Почему наконец, а вторая? Хорошо. Просто когда, блин, я. Я видел, что его бросать надо. Он подавал так, что мне неудобно бросать через него. Саня кидает, думаю, сейчас Саня вытащит, и я брошу. И Саня вытаскивает щуку. Ну, щука это. Громко сказано. Молодец. Все равно молодец. Черные. Такие вяленые рыбы. Да, вялено-копченые. Что там говоришь-то? Ну, на траву тут не похоже. Давай-давай, подсак. Я не вижу ведь. Ой, ты намоталась. Она опять, я опять буду разматывать. Это у вас дальнее плавание. Ох, нифига он там стоит. Продолжи. Взяли. Ну, судьба такая, братан. Заметь, вторую щуку по моей наводке тащит. Я ему наливаю, а он мне показывает. Да мы вам, мы до этого будили. Там вам завал остался, да? Давал, говорю, остался. И Виталик, щупочек отнул, говорит, Саня, проверь. Наверное, трава. Я сейчас камеру включу. Я не сказал, что наверное. Я ее отцепил. Он ее отцепил, видели? А пузик у них облером будем бороться. Подожди, не торопись. Ты сделаешь, да, вытащишь? Я мотаю. Хорошо, ладно, спасибо, ты настоящий друг. Андрюха любит с чужими трофеями. С нашими трофеями. А, ну хорошо, с нашими. Да ладно, скажи, да? Наш трофей. Обоюдный, наш с тобой трофей. Го просто видео. Они для этого нас вперед пропустили, видишь? Они пропустили для этого. Он весь день говорит, что он хотел узнать. Пойдем мы через берег.
Или пропудем? Через берег придется идти. Там задница. Какое за расстояние пройдем? А мы-то сейчас... Тут 50 метров не пройдешь, 10 метров пройдешь, а комаров скормишь. Там пипец, там еще эти палки, блин. Жопа в том году была. Что, поставишь на яйцо? Мишаня. Ты сам знаешь. Дело святое. Ай, больно же. Собака. Такая. Это без... В крайнем случае там поднимемся, берегом протащимся. Так-то вот здесь мы поднимались. Будем пытаться. Чтобы мы цепляли. Да их там нет ничего. Конечно. Береза не вон. Свежие упадины, видишь, еще даже с листьями. Они, когда береза падает, она еще свежая, она выделяет эту. А? Ну да, этот сок или как вот. Добывает это тут еще дёготь, вот это рыбу отпугивает, а потом через некоторое время она становится уже тут как рыба, когда она обрастает эти ветки все эти всякой этой тиной, паутиной, все тут уже окуневый рай. Но бобры этого не допускают, они эти ветки съедают. А там дальше-то не знаю, что мы. У нас есть топорик кто-то. Наконец-то ты вспомнил. Мы туда зашли, окуней половили. Но сейчас, видишь, не окуневый день. Это было осенью. Я видел одного окуня за твоим воблером там. А, точно, обойдем. Иди! Дорогие товарищи, если вы это смотрите, то нас, возможно, уже нет. Но тут пахнет медведем. Офигенно, блин. Вообще, там вода, здесь такое узкое место. Медведю? Ха, когда он спать в спячку ложится на день, ему кого хочешь бояться надо. Что думаешь, он сейчас здесь сидит? Он здесь только ночью бывает, спит. Вернее, днем. Сейчас уже все, он проснулся, уже свежо, нормально. Что-то в этот раз не сработало.
Кстати, солнышко ушло, и птички-то уже другие поют. Ты так вытащишь? На. На, на. Оп, все, отпускай. Ну, пускай он там болтается, ребята подойдут, и мы посовещаемся и решим. Тю-тю-тю-тю-тю. Блин, она мозг выносила. За один проход несколько раз. Выпустить мы ее всегда сможем. Небольшая щечка. Но пить-то за нее все равно придется. А пить за нее придется. Поэтому я ее покажу. Народ ее оценит. Может быть, я отпущу. Ловим щук. Ты сегодня хариуса поймал. Ты лучший. Травы тут нет, это точно. Мы можем передать старшим товарищам. Не старшим, а последующим. Были эти самые скот гоняли и косили эти берега, обкашивали и давали зарастать потом. Просто это будет непредсказуемый ритуал. Да? Да, да, да. Видишь, у него проблема просто немножко. Надо, с реквизитом. Надо, чтобы ты распутал. Как так-то, блин? Давай не распутывай, соблюдай ритуал. Как я его делаю? Ну все. GoPro стоп видео. Задом наперед, поехал в огород. У тебя все хорошо, Виталь? А они заставляют нас снова отмечать какую-то фигню. Фу-фу-фу. Всех берем. Всех берем. Никого не оставляем живых. Всех расстреливаем. GoPro стоп видео. Мишке нравится все больше и больше. Я сказал, что у нас это уже как бы типа так. Так и должно быть. Да, за то, чтобы поймать что-нибудь. Види. Виталик с того видит все.
Вот и не обрывай. А, блядь, не на косы. Уже пойдем. На лодку его бьёт. Телефон, блядь. Не, стоп, ослабь леску, ослабь. За камнем? Там какая-то ступинка была. О, пас. Молодца. Саня. Старый способ. Веслом. Вон. Ну что делать? Любым. Ты же делал сегодня специально. Не. Что-то снимал, что-то там. Все, это Виталик лодки шевелится. А это птички поют. Берем, такой мы берем. Ну вот видишь, по шнурка, механизм. Вытрясил злодей. Ну это такое, это мы берем. Это берем, это берем. Аккуратненько, пальчиками. Быстро не плывем. Плывем. Ладно, пойдем, так пойдем. Все-таки пойдем. Я говорю, возьми. Что угодно, и на мой клевалось, и на все, но на это клюет все время. Ну, да. Просто обидел. Ну ладно, все, хорошо. Вот тихонечко, давай. Сам. Хлебушка-то давай, отрезай, больше нет у меня ничего. Ну все, хлебушка, вообще хлебушка, и все. А, ну все, сейчас долижем последние граммы. И хлебушка просто. Я уж последний раз вообще в водой из речки запивал. Верю. Тебя вообще нет, все? Все. Соль еще есть. Круто мы сегодня все подъели. Да. И крохи, не, банку тушенки здесь, и крохи не оставили. Вода из реки. Какие стопли. Куда? Заменяет кружку чая. В 9 часов заканчивают петь птички, блин. Ну
вот уже не поют? Тебе сняли уже? Ну, конечно. Добрый ты, однако. Да. Комары, что ли, блин? Ну где же ты, где? Ты же еще не спишь. А перед сном хоть думаешь пожрать бы что-нибудь. А проводок привез. Какой-нибудь. О, проводок. Ага, ну вот, симпатичный. Тут трава. Трава. Тут должна быть щука. Травы хорошо, травка хорошая. Ага. GoPro, снимай видео. Снимать, наверное. Давай сюда, 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 сюда. Ай, красава. Да тихо, тихо, тихо. Опа. Ай, красава. На порвет, сейчас все порвет. Ай, красава. GoPro, стоп видео. Я же говорил, Андрюхину пруха мне должна прийти. Вот что значит закусывать водой. Это ж хорошо, тебе меньше мороки. Я тебе говорю, место хорошее, трава. Андрюха, ну выброси сигаретку. Почему? Ну исторические кадры. Ну такая же. Где мои истографы? Инстаграм отдыхает. Или такая же, или поменьше. Или поменьше. Поменьше. Это поменьше. 100% поменьше. Поменьше. Мне тебе фотик показать. Мне тебе фотку на фотике показать. Вот на фотике. Эй, вы тут еще раз поймайте ее. Да, это ладно. Андрюха, ну по чесноку. Ну хороша, хороша. Да, все. Не больше. Да ты кому отдаешь? Это наш ба-ба-бэм-бэм-бум, рабочий инструмент. Ну хорошо. Да, я ему говорил, все хорошо. Че, вот этого писюна обмывать будем? Писюхой, да. У тебя точно так? Крем создаем. Проходи ко мне. Тише проку-то. Тут все записано, я тебе сказал, тут рыба должна быть. Это было в прошлый раз, это не сейчас. Сейчас снимаем природу, да. Сейчас тут опять проход. Там было поменьше воды, и было это, травы побольше видно. Ну да. И я. Тоже из последних сил. Подходим под волочью. Мы даже уже видим сваи старого моста. Старого советского моста. Подходим под волочью, тихонечко ночью. Не хочет никто работать уже, да. Не
ребята где-то там сзади нас догоняют. Не торопясь, торопясь. Вот такая у нас здесь погода, природа. Здесь стоял старый мост. И сейчас здесь ничего нет. Будем пытаться подняться наверх. Астронавты! Который тут ЦАПа? Ну, там ржавая гайка, родной. У вас все тут ржавое. А это самое ржавое.